Мороз и солнце, день испорчен. В снегу машина, стих окончен. В такси Омега позвони и настроение подними. Такси Омега 333-333. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Пейзаж за окном не располагает к прогулкам, а в такси «Омега» всегда хорошая погода. Моментальная подача автомобиля, низкие цены, удобный сервис. 333-333. Служба заказа такси «Омега». Звони в любую погоду. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу синоптическая ситуация в Заурале обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого зарядами снега и понижением температурного режима. В Тюмени и Екатеринбурге -4, -6, без существенных осадков. В Челябинске 0, -2, возможен небольшой снег. В Кургане ночью облачно, временами снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха -1, -3. Днем в Кургане облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха -3, -5. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба. 14 ноября солнечная активность умеренная, гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!